С какого момента у тебя начинается лето? Как только уходит первое солнце. Даже несмотря на то, что на улице еще снег, может быть, лежит. Но я живу за городом, он там лежит чуть дольше, чем в городе. Солнце появляется, и вот эти первые лучи, они уже очень горячие, очень жаркие. У меня я оставляю шезлонг, даже там в конце марта он уже у меня стоит. Так как со стороны дома, где восход, оттуда практически нет ветра. И можно реально уже в шортах, ну и в маечке лежать и загорать. Так что, как только появляется первое весеннее солнце, оно жарит уже по-летнему. Настроение у меня однозначно летнее.